21 марта в стенах администрации города Каспийска под председательством заместителя главы Каспийска Арсена Шерифова состоялось заседание Координационного совета по профилактике правонарушений и противодействию преступности на территории городского округа город Каспийск. На повестке дня обсуждались вопросы в сфере незаконного оборота наркотических средств и алкогольной продукции. В совещании приняли участие руководитель аппарата АТК Муртазали Муртазалиев, заместитель председателя собрания депутатов города Аза Алиева и многие другие. Представители ведомств города рассказали о мероприятиях, проводимых в мерах безопасности и борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Проводятся спортивные мероприятия с участием граждан и молодежи города, соревнования, спартакиады, турниры по футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису, которые стали платформой не только для развития спорта и для занятий спорта, но и для проведения тематических мастер-классов, лекций по профилактике борьбы с наркоманией и алкоголизмом. А также за 2004 год управление культуры было организовано более 20 спортивных мероприятий, в которой приняло участие более 700 человек. Кроме того, в образовательных учреждениях муниципалитета регулярно проводятся профилактические беседы, различные практики и уроки, на которых ученикам рассказывают о последствиях наркотических средств. А также в целях отвлечения детей от посторонних вредителей в школах активно развивается дополнительное образование, где они все свободное время могут посвятить полезным делам. Там осуществляется проведение информационной кампании с размещением материалов на сайте общеобразовательных организаций. Материалы размещаются с учетом рекомендаций Министерства образования. Размещение проходит в течение всего учебного года. Обновляются стенды периодически с информацией для педагогов, учащихся, родителей по профилактике употребления алкогольной, спиртосодержащей продукции, наркотических средств, пропаганде здорового образа жизни. Немаловажную роль в борьбе с распространением наркомании и алкоголизма играет духовенство муниципалитета, которое регулярно посещает образовательные учреждения и проводит с школьниками профилактические беседы. Руководитель аппарата АТК города Каспийска Муртазали Муртазалиев также рассказал об акции, проводимой в городе в рамках профилактических мероприятий. На территории города Каспийск проводится первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение общественности, участие в противодействии закону обороту наркотических средств и психотропных веществ. Последующим сбором, проверкой оперативно значимой информации, жители города могут обратиться и сообщить о фактах нарушения законодательства о реализации запрещенных веществ по телефону 8-988-222-24-33 и 8-965-486-93-94. Информация также размещена на сайте администрации, телеграм-канале «Каспийская среда» и АТК «Город Каспийск».